Ивенна. Как красавчик. Тен, да. Я не знаю, там вот это он с нами играл в году. И я вам скажу, на первом месте хорошо, комфортно, приятно находиться. И не хочется оттуда сваливаться. Мы даже сам там вчера разговаривали, и он говорит, честно, я в принципе его поддерживаю. Хочется вернуться в первую группу. С этой командой вернуться в первую группу. Я, короче, там пришел, там 10 минут, но вот чел просто взял. Лазарет. Как здоровье? Да, более-менее, пойдем, подвигаемся. Что там, операции не надо никакие? Еще пока ничего не известно, вот рассказываю, Кэп, что надо, что не надо. Играть ты будешь? Ну, если выпустят. Ну, ты готов, да? Освежить, конечно. Будешь. Как добрался? Как установка в городе? Я работаю в центре. А, ты прогулялся, посмотрел марафон. Да. Как тебе день города? День города? Да все супер. Праздничное настроение. Люди бегают. Сам хотел поучаствовать, нет? Сам? В марафонах не участвовал? Ни разу не участвовал, но может быть поучаствовал бы. Ну, есть интерес, да? Ну да, да. Здорово. Такой же спортивный. Владимирский боксер, да? Юр, и прописка. Какой прогноз? На сегодня прогноз какой? Ну, победим, однозначно. Счет? Ну, а 6-0 поставил в ВКонтакте. Не слишком самонадеян? Нет, нет. Веришь, да? Да. Красавцы.